Успел выбросить свою клюшку игрок Северстали. Манукян. Ух ты! 4-1. Причем классическая комбинация. Момент, вот то, что мы с вами отмечали. Шайба у Амичей ходит очень и очень быстро. Никто не переигрывает, никто не обрабатывает, не тратит эти драгоценные секунды. Возможность есть, партнер уже готов. Тут же следует в одно касание передач практически. И видно, что череповчане не успевают перекрывать вот эти вот пути, маршруты. И какая вообще заточенность у авангарда на чужие ворота. Просто даже возвращаемся к предыдущему эпизоду. Пицакин с трудом шайбу сохраняет, но при этом, сохранив ее, он старается бросить поворот.